8 часов вечера, наконец-то уже пересек границу Венгрии и Словакии. Сейчас уже еду по Словакии. Вот. Как раз перед этим еще простояли минут 10 на станции. Ну, посмотрю, сколько еще будет до Кошице. Уже темнеет уже. Все. Вот это уже ЖД вокзал Кошице. Вот сейчас донесу еще наверх, посмотрю, что тут-то. Вот. Приехал я уже сюда. Информация потом посмотреть все это. Так, это магазин какой-то. Дальше что там? Липань прошел. Полная спишка новая. Прага. Так, вот это расписание, да? Чекальня, написано, что за ожидание. Ну, это тут оно так, магазины, бары. Тут ладно, спускайся вниз тогда. Тут, в принципе, все ясно. Вот это привокзальная площадь ЖД вокзала Кошице. Вот оно как раз. Оно стоят трамваи. Такой вокзал отсюда, ну красивый отсюда, но перерыто, конечно, все. Тут путя, там, проходы очень так. Ремонтные работы идут. Короче, делают подземные переходы. Там еще Евробус есть еще. Автобусы приходят сюда. Так, что тут-то? Приедите с Кралуски на езду в Бургер Кингу, да? Ага. Автопарк. Бургер Кинг туда, да, получается, что. Так, время 20:14 сейчас. Угу. Так, хорошо. Ладно. Пришел на это место, базово 14. Вот и хостел указанный. А тут железнодорожное управление, оказывается. Никакого тут хостела нету. Информация старая, непроверенная. Вообще. Тут пиццерия какая-то, но это закрыта она. Сейчас. Надо, короче, возвращаться на ЖД вокзал. И все. Это будет надежнее.